Упс. Оно это очень качественный хоррор. Мне понравилось. Ходил ли ты на вокал? Забавно. У тебя классный голос. Кекс. Ну, добряк. Манимы с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на Мирби. Наконец-то. Его видосов не было месяц. Поэтому вот его видос. Глупые вопросы. Чё за фигня? Есть вопрос на ответ. Где? У меня есть вопрос на ответ. Вот так. Чё за фигня? У меня есть вопрос на ответ. Ну ладно, тогда у меня есть ответ на вопрос. Ответ на вопрос. Ответ на вопрос. Мандикан.ком? Серьезно? Где ты был? Сколько лет прошло с прошлого видео? Стоп. Не понимаю. Я могу объяснить это? Нет. Во-первых, ёчу как, народ. О боже, я так говорил. Ого. Как ваши дела? Я же отвык. Я не знаю, что говорить. Что? Но мне не вернулся. Во-первых, я ездил к своим родным и также к сестре, чтобы просто повидаться. Сделать фото. Вот так лучше. Мемесы локальные. Да! Заболел, потусил, потом поехал в Питер. Добрый Питер. О, добряк. Поехал к вам на Игромир. Там раздал автографы, надеюсь, все были... довольный. Мирби такой уставший. Потом потусил в Москве. Я классное оправдание. Я просто тусил. В мир. Тусить. Всего этого я депрессовал от Боджека и восполнялся от Бакумана. Ты прекрасна. Советую всем. Серьезно, она мне очень помогла. На протяжении всего аниме ты смотришь на чуваков, которые нереально пыхтят, а ты такой... В общем, еще раз увиделись и обещаю, что на месяц... На будет это тоже глянуть. Что такое Бакуман? Я сказал, обещаю. Я соврал. Но никто не отменял, что я пытаюсь. Как аниме Бакуман? Напишите. Попытаюсь. Так, и о чем вообще? Что это вибратор был в руке? Поехали. Это не было похоже на микрофон. 18 тысяч, вы шутите. В любом случае, погнали. На все 17 тысяч вопросов будет отвечать. Сколько классов ты прошел? Вообще, в старых выпусках я говорил то, что это сколько классов прошел? В общем, никакой. Потому что тут очень важен коллектив и заинтересованность учителя. А наши уроки ИЗО были типа... Ого, Женя, ты нарисовал палочку, это ну неплохо. Да, я нарисовал палочку. Ты сумел взять карандаш в руки, пятерка. И это как бы с одной стороны круто. Замечательно. Была пятерка, но интересно ли это? Нет. Но тем не менее я закончил 11. Нет. И хоть я плохо учился... Это Саши взгляд, да, 11 классе. Я стал ютубером! Я рассказываю истории! Да. Пройдет два месяца, и Мирби такой, недавно попросил вас скидывать свои вопросы в комменты. Два месяца прошло, но я... Упс. И знаете, у меня есть что на это ответить? Два месяца прошло, но я... Упс. Но я... Упс. Оно это очень качественный хоррор. Мне понравилось. Ходил ли ты на вокал? Забавно. У тебя классный голос. Кекс. Ну, добряк. Бэйби, бэйби. Ходишь в караоке. Бэйби. Как-то относиться к тому, что на твои видео делают пародии. Что ж. Ну, наоборот, хорошо, типа, что он вдохновляет людей на такие вещи. Почему же меми это хорошо и их не нужно хейтить? Видите, правду говорю. Будь здоров, братишка. На записи я болею. Одеялка. Так вот, все болели. Это как все ответственности. Или болели в ближайшее время. Я хотел бы объяснить это. Меми — это творчество. Это, пони. И как бы странно это ни звучало, но суть меми действительно в том, то, чтобы повторить все позы. Только со своим персонажем. И это нормально. Вы только посмотрите на меми видос. По колено проблем. Я никогда бы не подумал, Мирби. Делаю эту фигню, то, что это дойдет до такого. Так что, если когда-нибудь в будущем сделаешь круто. Подобную фигню, пожалуйста, относитесь к этому хорошо. Чмак, что делаешь, когда нет идеи для нового видео, а уже дедлайн? Вообще, дедлайном для меня была реклама, но сейчас я пытаюсь сделать ее все меньше и меньше. Надеюсь, вы это цените или хотя бы заметили. Сколько здесь членов? Какой вопрос я могу задать тебе? Сколько здесь? Ты когда-нибудь видел огурец вопрос. На телевизоре, который кричит «Огурчик Рик!»? Нет, это странно, но я но озвучил кстати. Эту серию, и вы о, можете посмотреть отрывок, кек. Это ужасно. Я видел на стриме. «Огурчик Рик!» Выключи, пожалуйста. Также из-за того, что у меня слишком высокий голос, мне приходилось пичить Рика, думаю, это слышно. Правда, что тебя засосал? Стой! Что не особо? Ты совершаешь огромную ошибку? Федор Комикс? Пэринг, Шиппинг. Я предупреждал. О боже,
Помнишь ли Фёда Би? Целуйтесь, канон! Ура! Блин, и Битас. Следующий вопрос. Где и как ты делаешь музыку? Наверное, я и Мирби, то же самое. Это ненормально, мне кажется, я так никому не советую бегают. Этого, но я делаю ее в Вегасе. Я просто нахожу рандомный инструментал на Ютубе и фанюсь. Фантик. Например, инструментал для поколена проблем я находил так. Я писал в просто меме, и мне выдало это. Я не слышал об этой песне вообще до этого. Так что это до сих пор остается подделкой на коленке. В Вегасе. Ты гей? Если я еду на гей-парк, меня с нет. И вообще, я сейчас разбужу силу олдфагов, и мы крикнем... Ну, в Вегасе звукорежиссер заниматься-то мощно, конечно. И я натурал! Играешь натурал! Или бы онлайн-игры. Просто я примерно так представляю майнкрафтеров. Да! В Марио Копатель. Карт 8. Мне так нравится. Зачем твоему персонажу хвостик? Какому именно? Блять, как это получается? Йоу, Мирби, сколько времени ты тратишь на видео? Я не знаю, минус 5. Так, все думают, но на самом деле 6. Уважайте меня. Узнают ли тебя на улице? Вообще, когда 6 я только приехал в Москву, я очень сильно боялся этого. Я думал, что каждый второй будет пялиться на меня и шептаться. Ну ладно, ладно, ладно. Давайте я вам дам шанс угадать, сколько раз меня узнали на улице. Ага. Знаю понял? Убить? Я не знаю. Как, в смысле? Я как бы понимаю, почему, ведь в жизни у меня нет фиолетовых волос. Ну хотя бы раз. Хотя бы раз. И у меня есть к этому история. Хотя перед реквестом я и псевдоаниматорская туса решили прокатиться на теплоходе по Питеру. И сзади нас сидели две девочки, которые шептались о... добряке. После чего они сделали фото, и Лёша сказал... А это Мирби. Привет. Мирби? Ага. Все нормально, ага. Мы сделали фото, но это не считается. Чтобы ты выбрал, не быть ленивым, не уметь летать. Наша меня должна быть, господи. Я уже не ленивый. Ты отдалил камеру? Да. Зачем? А-ля-ля. Зачем? Какие у тебя носки? Мои носки? А, ты дорогомикса. Какую страну ты бы хотел посетить с рюкзаком? Однозначно Японию. Мне так нравится аниме в последнее время. Я досмотрел Бакумана и смотрю сейчас Геройскую Академию. О, я же посмотрел. Танцуешь за их хардбар. Ждем новый сезон. Да ни за что нас... Хотя первый сезон мне вообще не понравился, я думал, это говнище аниме будет, но вот второй сезон и конец первого мне захотел. Как появляются твои меми? Да, это все прозрение. Или же в танцах есть скрытый смысл. В общем, конечно, это все. Есть. Мне было весело, надеюсь, что посыл. И вам. Ведь сейчас ваш выход. Вы должны уничтожить кульминация. Кнопку подписки. Вы спросите, Мири, почему она красная? Потому что ее нужно обезвредить. Пальцем! И вы опять спросите, Мирби, ну где достать палец? Нужно поставить палец вверх, чтобы он стал синим и перешел в вашу армию, а после этого уже идти на... Что? И будем жить мы! Это что, с Дома 2? Ну, я в свою очередь попытаюсь сделать ролики чаще. Все-таки это уже ненормально. Пока. Лол, песня с Дома 2. Ксения Бородина. What the fuck? На-н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 а-
слышите, вам? Окей, блин, ну забавный видос. На самом деле, очень ждал видоса от Мирби. Посмотрим, какие следующие видосы будут выходить. Я очень жду, мне очень интересно. Ссылка на видос Мирби в описании, поэтому переходим и подписываемся на Мирби, если вы еще не подписаны. Если вы не подписаны на меня, подписываемся на меня. Если вы подписаны на всех классных людей в этом мире, подписываемся на всех классных людей в этом мире. Ну, я, конечно, в этом списке не состою, но, знаете, нет, можете на меня подписаться, как говорится. Чем не поддержать ущербного? Ладно, опять же, все ссылки в описании. Ждем новых видосов от Мирби, а я погнал. Куда-то. Удачки. А, не ушел. Блин. Мирби, выпускай видосы чаще, не просмотришь, бывает.